Дорогие друзья, меня зовут Антонина, приглашаю вас на свой канал «Дачный сезон. Круглый год». Вот такая удивительно вкусная паста получается, очень легкая в приготовлении, пахнет сельдью, понятно, что это что-то с селедкой. Ее можно применить и просто на бутерброд, и как закуска, и как вот перекусить. И ингредиентов там очень мало, и очень вкусно все получается. Попробуйте приготовить, я уверена, вам очень понравится. Готовится элементарно, буквально за 1 минуту. Предварительно нужно приготовить только один ингредиент. Отварить морковь. Все остальное купили и лежит в холодильнике. Как долго хранится такая паста? Пока съедите, но съедите вы ее довольно быстро. Ну, единственное, что если там, например, на неделю вы будете растягивать, то нужно сверху обязательно накрывать. Что нам для приготовления этой селедочной пасты нужно? Во-первых, сливочное масло, пачка, 200 грамм. 2 средние моркови вареные. 2 филе селедки. Конечно же, шкурочка снята. Я порезала все это на какие-то более мелкие куски. 2 сырка. 2 сырка, любимых ваши. Я люблю сливочный сырок или сырок дружба. Вот фактически все. Можно добавить будет в конце зелень. Зелень это, например, укроп, петрушка, ту зелень, которую вы любите. У меня на сегодняшний день есть зелень укропа и есть зелень рукколы. Ну, я посмотрю, что мне захочется добавить. Берем стакан блендерный. Стакан выкидываем сырок, филе сельди. Вот масло есть, добавим туда и масло для большего, для усиления вкуса. Морковь, еще раз напоминаю, вареная. Ну, так как стакан уже почти полный, немножко это все проблендерим. Запах пошел такой селедочный. Пока счищать с блендера не буду. Добавлю сейчас, так, тарелочку возьму. Сливочное масло. Сливочное масло я пару часов подержала в тепле, чтобы оно мягким стало. В принципе, все. Ну, зелень, конечно, немножко добавлю в самом конце. Вкусно! Сил нет. Теперь все еще перемешаю вилкой. Все это можно переложить в какую-то аккуратную емкость. Селедочная паста для бутербродов готова. Вымешивать нужно хорошо, чтобы все ингредиенты соединились. Всем вам желаю урожайных грядок. Всем вам желаю крепкого здоровья. Всем вам желаю хорошего аппетита. Всем пока-пока. Всем удачи.